Всем огромный привет! Сегодня буду снимать на фоне вида из моего окна. Начался сезон дождей, и может быть картиночка не очень оптимистичная, но мне нужно передать эстафетную палочку дальше своему любимому блогеру, одному из моих любимых блогеров. И сегодня я хочу задать вопросы Танюше Галкиной. И может быть таким образом простимулировать ее снять еще видео. Так как это мой любимый блогер, который достаточно редко снимает видео, а мне хочется видеть ее почаще. У меня сложилось 6 вопросов для тебя, Танюш, и я надеюсь, что вопросы окажутся тебе интересными, и ты сможешь на них ответить. Конечно, хотелось бы получить ответы по развернутее, но как получится. Итак, первый вопрос. С каким бы блогером ты хотелось бы встретиться лично и почему? Второй вопрос. Какой рукодельный подарок-сюрприз ты бы с удовольствием получила, ну, например, на день рождения? Ну, это о подарках, да, когда можно получить действительно то, что ты хочешь, или массу того, чего тебе совершенно не нужно. А третий вопрос. Ты очень часто участвуешь в авантюрках, в тайных проектах. И мне интересно, почему. Четвертый вопрос будет касаться твоих процессов на данный момент. Сколько у тебя сейчас процессов в работе и какие? Пятый вопрос будет про твою хомячью норку. Я уже, честно говоря, не помню, есть ли у тебя такое видео вообще на канале, или если есть, оно было очень давно, и поэтому я его не смогла вспомнить. Но мне интересно узнать, сколько у тебя наборов в хомячьей норке и каких производителей. Если, может быть, даже ты что-то покажешь, будет очень интересно. И последний, шестой вопрос. Какой бы вопрос ты сама себе задала и хотела бы на него ответить? Этот вопрос вызван тем, что порой в тегах задаются вопросы, и ты иногда не видишь того, который действительно тебя бы тронул, ты хотел бы на него ответить как-то развернуто, да? И есть ли для тебя такой вопрос, на который бы ты сама хотела ответить? Танюш, тебе спасибо огромное за то, что ты вообще снимаешь видео, за то, что мы с тобой подружились на этом рукодельном YouTube. Я действительно очень нежно отношусь к тебе. Мне очень нравятся твои работы, которые ты делаешь. Особенно, конечно, прикладные вещи. Я думаю, что мы на этом и сошлись больше всего. Я тебе желаю всего-всего самого хорошего и поскорее осуществить свою мечту о рукодельной комнате. Я очень надеюсь, что она вскоре, эта рукодельная комната у тебя завершится, и ты сможешь нам всем показать, какие вкусности, няшности, и как там все у тебя замечательно. Спасибо большое за внимание. Всем до новых видео. Пока!